Короче говоря, качаю ноги. Выхожу в подъезд, спускаюсь по лестнице. Один пролет, три пролета, пять пролетов. Затем поднимаюсь, один пролет, три пролета, пять пролетов, 10 пролетов. Приседаю, один подход по 10 раз. Второй подход. Третий подход. Разминка закончилась. Беру рюкзак, баклаху воды, еще баклаху воды и засовываю их в рюкзак. Надеваю отягощение и выполняю подъемы по лестнице через ступеньку. Один пролет. Два пролета. Три пролета. Пять пролетов. И делаю таких 3-5 подходов. После этого выполняю подъемы по лестнице боком. По 5 пролетов на каждую сторону, по 5 подходов. Величину отягощения подбирайте исходя из своего уровня физической подготовки. Снимаю рюкзак и выполняю качественную заминку, растягивая все работающие мышцы. В течение 5 минут. А потом просто иду домой восстанавливаться. Успешных тренировок!